Соник унитаз. Соник Филомена. К чему снится унитаз во сне по Сонику? Унитаз во сне символизирует негативные отношения сновидца к окружающей его действительности. Он привык обращать внимание на отрицательные стороны людей и критиковать любые недостатки. Кроме того, подобные сновидения могут предвещать судьбоносные события и скорые перемены. Если туалет снится без унитаза, такой сюжет, вероятно, предупреждает о трудностях, препятствиях, о которых вы на данный момент не имеете представления. Будьте осторожны, это событие может крайне негативно отразиться на вашей дальнейшей жизни. Унитаз снится женщине, когда сон об унитазе видит женщина, скорее всего, так выражается ее подавленная сексуальность. Наверняка сновидица задумывалась об интимных связях с представительницами своего пола или о сексуальном разнообразии вообще. Кал в унитазе, грязный унитаз, унитаз засорился, приснилась вода в унитазе. Толкование сна, где вы видите воду в унитазе, может быть неоднозначным. Если вода прозрачная, чиста, не исключено, что в жизни сновидца произойдет что-то неожиданное. Мутная же вода, скорее всего, является предвестием встречи с неприятными, подозрительными людьми. Чистый унитаз во сне. Если приснился чистый унитаз, в скором времени возможны непредвиденные расходы. Также подобный сюжет может предупреждать о неприятностях на работе. Возможно, требует урезать свои расходы и работать более усердно. К чему снится полный унитаз? Полный унитаз во сне предвещает позитивные перемены в судьбе сновидца. Скорее всего, произойдет череда неожиданно приятных событий, которые окажут сильное влияние на вашу дальнейшую жизнь. Сидеть на унитазе, мыть унитаз, чистить унитаз, мочиться в унитаз во сне. Сон, где вы мочитесь в унитаз, может предвещать скорое исполнение ваших давних желаний. Единственным минусом может оказаться то, что это произойдет не своевременно, и вы, возможно, уже не испытаете большой радости. Сломанный унитаз, разбитый унитаз. К чему снится, что унитаз потек? Сон, где потек унитаз, символизирует подавленные эмоции, которым вы не даете выхода. Также не исключено, что вам хочется поделиться с окружающими какой-то информацией. Может быть, сохранение тайны дается с трудом. Проявите терпение и постарайтесь не раскрывать душу ни перед кем. Унитаз прорвало во сне. Когда во сне прорвало унитаз, подобный сюжет отражает переполняющие сновидцы чувства. К сожалению, вряд ли кто-то сумеет вас понять, поэтому разумнее будет проявить сдержанность. В противном случае возможны ссоры с партнером или супругом. Соник Миллера, Соник Оракула, туалет 1. Читать далее. Стрелка направо. Тема сна. Приспособление видео. К чему снится унитаз? Кому приснился унитаз? Унитаз снится женщине, когда сон об унитазе видит женщина, скорее всего, так выражается ее подавленная сексуальность. Наверняка сновидица задумывалась об интимных связях с представительницами своего пола или о сексуальном разнообразии вообще. Был ли унитаз чем-либо заполнен во сне? Приснилась вода в унитазе. Толкование сна, где вы видите воду в унитазе, может быть неоднозначным. Если вода прозрачная, чиста, не исключено, что в жизни сновидца произойдет что-то неожиданное. Мутная же вода, скорее всего, является предвестием встречи с неприятными, подозрительными людьми. Чистый унитаз во сне. Если приснился чистый унитаз, в скором времени возможны непредвиденные расходы. Также подобный сюжет может предупреждать о неприятностях на работе. Возможно, требует урезать свои расходы и работать более усердно. К чему снится полный унитаз? Полный унитаз во сне предвещает позитивные перемены в судьбе сновидца. Скорее всего, произойдет череда неожиданно приятных событий, которые окажут сильное влияние на вашу дальнейшую жизнь. Что вы делали во сне с унитазом? Мочиться в унитаз во сне. Сон, где вы мочитесь в унитаз, может предвещать скорое исполнение ваших давних желаний. Единственным минусом может оказаться то, что это произойдет не своевременно, и вы, возможно, уже не испытаете большой радости. Был ли унитаз целым во сне? К чему снится, что унитаз потек? Сон, где потек унитаз, символизирует подавленные эмоции, которым вы не даете выхода. Также не исключено, что вам хочется поделиться с окружающими какой-то информацией. Может быть, сохранение тайны дается с трудом. Проявите терпение и постарайтесь не раскрывать душу ни перед кем. Унитаз прорвало во сне. Когда во сне прорвало унитаз, подобный сюжет отражает переполняющие сновидцы чувства. К сожалению, вряд ли кто-то сумеет вас понять, поэтому разумнее будет проявить сдержанность. В противном случае возможны ссоры с партнером или супругом.